Итак, дорогие друзья, всем привет! Сегодня снимаем для вас последний обзор в этом году. Это у нас будет MOL 1221, машина универсальная лесная. Перед обзором хочется всех поздравить с наступающим Новым годом и Рождеством. Всем очень хочется пожелать здоровья, успехов в карьере, в семье, чтобы везде была гармония, чтобы все было хорошо. Вас от всего нашего коллектива, канала поздравляем. Будьте здоровы, чтобы мечты сбывались и чтобы преследовала удача. Всем большое спасибо тем, кто подписывается, ставит комментарии, ставит лайки, пишет комментарии конструктивные. Вот, мы стараемся для вас, вы для нас. Спасибо вам большое. Вот, всем крепко жмем руку. Ну и давайте пробежимся по единице, которая была собрана вот буквально несколько минут назад. Там буквально 15 минут назад парни накинули мульчер. Это у нас базовый трактор MOL 1221. На него мы уже неоднократно снимали обзоры. Но здесь хочется по дооснащению рассказать. Это не только мульчер. Это у нас дооснащение будет с другой стороны. Но давайте с этого посмотрим. У нас есть ресивер. У нас есть защита. Такой быстренький обзорчик. Боковые крышки защитные. Здесь уже опытные видят герметик красный. Это у нас было дооснащение шестеренкой для механического хода уменьшителя. Так, по навеске сзади у нас здесь испанский мульчер Serrat. Модель это FX3 T1800. Ширина захвата у данного мульчера 1800 мм. Также у нас здесь ротор восьмиугольный. Это у нас технология производителя. Так, система антинаматывание проволоки, то есть вот здесь вот стоят пластины вот эти и не дают сюда наматывать проволоку и прочее что-то тянучее с этой стороны. Также редуктор у нас на 1000 оборотов, сейчас он здесь доработан. Также здесь у нас имеется гидрохелп, это гидропомощник. То есть от редуктора у нас идет вот сюда, здесь муфта и гидромотор. Шестеренку вращает, раскручивает гидрохелп. У нас раскручивает ротор до того момента, как мы включили вал отбора мощности. Так, далее. Здесь у нас идет как раз ремни. Здесь у нас ведущий шкив, внизу ведомый. Он все мажутся. Вот. И получается у нас вот этот шкив раскручивает гидромотор. А далее уже включаем вал отбор мощности и запускаем трактор. То есть инерция уже у редуктора, у ротора она уже есть. Так, далее у нас здесь кардан. Мы используем 10-ю серию, то есть ставим мощные карданы с запасом, даже с большим запасом. Этот кардан 300 лошадиных сил перерабатывает, то есть спокойно, то есть работает все хорошо и штатно. Воткнули гидролинии. У нас одна линия на цилиндр, и на гидрохелп у нас идет подача обратка и дренаж. Но здесь, собственно, и все. Больше тут никаких изменений не было. Хорошие изменения вот здесь. У нас здесь стоит механический ходоуменьшитель. Для монтажа механического ходоуменьшителя надо было снимать коробку, корпус КПП, то есть мы сняли, добавили шестерню и уже прикручивали и собирали. То есть основной задачей это было дооснастить шестерней. Но с мулом все знакомы. По аккумуляторным ящикам, вот когда я их вижу, как раз люди вот часто очень пишут комментарии, что химии дышать как бы в кабине лучше наружу. Ну вот здесь вот они наружу. Здесь у нас груза поперечина. Она в этом месте. Но она не сюда
ее транспортируют просто вот так. То есть она ставится назад. Так, какие у нас еще здесь доработки? Из доработок у нас вот был только механический ходоуменьшитель. И установка мульчера, получается, готова единица, готовый комплект для расчистки на базе двенашки. То есть вот этот трактор идеально предназначен для расчистки. То есть защита уже, все-все есть, все это заводское. Защита вот у нас получается задних нипелей накачки колес. Тут у нас управление ходоуменьшителем. То есть включаем пониженное-пониженное, врубаем ходик и спокойно двигаемся с очень медленной скоростью. Так, в кабине тоже не раз были, но давайте еще раз посмотрим, покажем. Здесь у нас зип, его вскрыли для того, чтобы взять хвостовик и втулки. Так, с мулом у нас идет огнетушитель. Здесь вон перчатки лежат, но это ребят наши, наверное, кто-то забыл. Ящик для инструментов, коробочки. По органам управления у нас получается передний мост и дифференциал, навеска, ручной газ, бом, коробка переключения передач, ручник, гидравлика. Здесь органы управления светом. Здесь, кстати, вот еще кожа. Новые трактора уже все приходят, которые 82-е тоже, и двенашки. Они приходят у нас уже с тряпочкой. Здесь также эко-кожа. Руль, приборная панель. Вот. Давайте выйдем наружу. Вот такой работяга получился. Хорошая комбинация. Ходоуменьшитель, мульчер, трактор в лесной защите. Отличная комбинация. Вот, дорогие друзья, хотелось бы еще сказать то, что у нас на данный момент есть по наличию вся линейка тракторов. То есть, начиная мул 82, мул 1221, обычные 82-е с обычным мостом, с балочным мостом, двенашки 82.3 и так далее. Так что для консультаций, к покупке звоните, обращайтесь. Соберем вам либо такой комплект, либо комплект для коммунальных работ, то есть отвал, щетка, либо для погрузочных спереди с погрузчиком, с фронтальным. В общем, вариаций миллион. Будем работать. Вот. Все, всем спасибо за просмотр данного видео. Еще раз всех вот от себя, от компании, от нашего YouTube-канала поздравляем вас с наступающим Новым годом. Хорошенько и Рождеством, да, хорошенько отметьте. Вот. Чтобы Новый год приносил счастье, радость и все планы и цели сбывались, к ним, к целям приходили, планы сбывались и все осуществлялось. Все, крепко жму всем руку. До новых встреч на нашем канале уже в следующем году. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.